Очень многие мужчины совершенно не понимают, что нужно делать для того, чтобы понравиться женщине. Мол, я с ней так и сяк, и жопой об косяк, а она все равно смотрит на меня, как на говно. В общем, чем больше мужчина для женщины старается, тем больше она от него отдаляется. На самом деле, понравиться женщине очень просто. Для этого всего лишь нужно быть более беспринципным и менее склонным к эмпатии существом, чем она сама. То есть, проще говоря, нужно быть конченной сволочью. Но многим мужчинам эта опция недоступна, в первую очередь потому, что их не так воспитывали. И поэтому мужчина, который старается для женщины что-то сделать, всегда проиграет тому мужчине, который для женщины не делает вообще ничего, а наоборот ей пользуется. Естественно, взрослому человеку очень трудно изменить свое мировоззрение и отношение к жизни. Да и навряд ли это стоит делать ради женщины. А поэтому, думаю, многим мужчинам стоит принять как факт, что отношения с женщиной – это как бы не ваше. И опять же, в этом нет абсолютно ничего плохого, потому что наличие женщины не является мерилом ценности мужчины. Женщина – это просто элемент окружающего нас мира, и для того, чтобы уметь с ним обращаться, нужно обладать определенными качествами. И если вы не обладаете такими качествами, то это не делает вас хуже. Это просто значит, что в жизни у вас другое предназначение, и совершенно не надо по этому поводу рефлексировать. Потому что мужчина, который что-то знает, что-то умеет, что-то может, да просто хороший человек, сам по себе безо всякой женщины имеет большую ценность. А вот женщина без мужчины и без его отношения к ней в этом мире не представляет из себя вообще ничего.